Правила хорошего поведения знают отлично все юные джентльмены и леди. Я знаю! Я такая леди! Садись, Пеппа. Прежде всего, леди не выкрикивают с места на уроке и не нахваливают себя громко перед аудиторией. Пеппа не леди! Пеппа не леди! Джордж, а если мы хотим стать джентльменом, нам не стоит дразнить сестру и вообще кого бы то ни было. А что же делать тогда? Все нельзя получается. Почему же? Все можно, только есть определенные правила поведения. Прежде всего, просто нужно проявлять заботу к близким тебе людям и радовать их. А я люблю радоваться сама. Это и так все знают. А вот сегодня мы и попробуем узнать. Возможно, доставлять радость друзьям и близким намного приятнее, чем получать ее самому. Конечно, получать приятнее. Настоящие джентльмены, Джордж, заботятся об окружающих. Как это заботятся? Например, помогают им нести тяжелое. Или пропускают первыми выйти из двери. Радуют. А, это проще простого. Да я могу быть этим джентльменом хоть целый день. Джентльменом, Джордж. Джентльмен Джордж? Это звучит красиво. Еще как. А вот и конец урока. Жду вас после перерыва. Джордж, ты как джентльмен всех пропускаешь. Наконец-то! Я первый кататься! Я первый кататься! Стой! Ты же джентльмен сегодня! И что? Я не могу кататься? Можешь, конечно! Но я тоже хочу покататься! А по правилам ты должен меня пропустить! А, хорошо! Садись, Пеппа! Но потом я... И Джордж все ждал, пока накатаются девчонки, в надежде на свою очередь. Потом Пеппи и Сьюзи захотелось мороженого. Джордж, так хочется мороженого! Очень хочется! Будь джентльменом, принеси, мы будем так рады! И Джордж, конечно же, принес девочкам сладости. Но они все катались, и роль джентльмена нравилась Джорджу все меньше и меньше. Может, пойдем на горку, Сьюзи? Ух ты, конечно! Но я же тоже хотел покататься. Джордж, а ты можешь нас сопроводить? Хорошо. И можешь подавать нам руку внизу, чтоб нам было легче вставать. Джорджу так хотелось тоже кататься на горке, но он не мог стратить и перестать быть джентльменом. Как здорово! Кататься всегда очень весело! Настроение у Джорджа было совершенно испорчено. Быть джентльменом ему совсем не нравилось. Ой, на урок! Скорее! Джордж, побежали с нами! Мы продолжаем занятие. Джордж, как твои успехи в правилах хорошего тона? Ну... О, я вижу, ты совсем грустен. Что произошло? Я весь день ждал, пока наиграются Пеппа и Сьюзи, а до меня очередь так и не дошла. Что? Но ты же сам сказал, что ты будешь джентльменом целый день. Да, и ты не жаловался ни разу. Спокойно, девочки. В том, что Джордж не жаловался, он молодец. А вот быть джентльменом совсем не означает во всем вам угождать. Но мы ведь самую малость поигрались. Ты тоже можешь быть юной леди, Пеппа, и порадовать своего брата. Я? А как же я могу его порадовать? Ты же лучше всех знаешь, чему он будет рад больше всего. А теперь продолжаем урок. Пеппу очень взволновал этот разговор. Она совсем не хотела расстраивать Джорджа, и потому весь урок
думала о том, как же его порадовать. Урок закончен. Всем до свидания. У меня есть идея. Он же всегда хотел покататься на машине. Что? Не понимаю. Скорее за мной. Бип-бип. Джордж, покатаемся. Ага. Снова вы будете кататься, а я смотреть? Нет, джентльмены как раз ездят за рулем. Что? Я могу покататься на твоей машинке? Совершенно верно! И я с удовольствием уступлю тебе место водителя. Джордж был счастлив. Он так давно мечтал покататься на машинке Пеппы. И Пеппа была счастлива порадовать брата. Уху! Оказывается, быть джентльменом не так уж плохо. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии.